Уважаемые друзья, хочу вам показать рецепт приготовления фантастически вкусного жаркого в горшочках с сыром. Блюдо, которое заметно дополнит ваш новогодний стол и покорит навсегда своим незабываемым вкусом. В общем, на 4 части режем грибы, нарезаем картофель, лук, болгарский перец. Мелко нарезаем зубчик чеснока, режем морковь и мясо. Все выкладываем на противень, солим, перчим. Тонко нарезаем соленый огурец и помидор. Противень с овощами и мясом отправляем разогретую до 200 градусов в духовку минут на 15. Через 15 минут достаем противень и, чередуя мясо с овощами, наполняем горшочек, оставив немного места. Сверху поливаем томатами в собственном соку, выкладываем кружочки огурца и томат. Сверху добавляем тертый сыр, кружочек томата. Посыпаем перцем, солью, отправляем горшочек в разогретую до 180 градусов духовку уже на 10 минут. Аппетитное жаркое посыпаем любимой зеленью и подаем к столу. Бон аппетит, дорогие друзья. Прощаюсь, пока.